20, команда Италии. Ну и здесь, друзья, согласитесь, в итальянской команде такая же ситуация. Ну, кто бы мог подумать, что Симончелли, который не блистал и даже в своей, составе своей итальянской команды, именно он станет лидером сегодня здесь на Олимпиаде, не Бьорк, не Бардоне или другие заслуженные спортсмены. Но вот Симончелли, смотрите, два француза, три австрийца, вы видите на табло, и итальянский спортсмен попытается... Что, может быть, и обыграть? Почему бы нет? 34 сотых. Simoncelli claimed his first giant slalom podium in 3 years at Beaver Creek last season, but recently 7th at the World Cup at Adelboden and 16th at Val d'Isère. And trying to keep it close. Немножко пассивно показалось, отработал в средней части. Да не показалось, друзья. Посмотрите, секунду. Секунду проигрывает на контрольном отрезке Симончелли, а при условии таких плотных результатов, которые мы сегодня имеем, друзья, это будет даже не попадание в шестерку. Скорее всего, удалено Симончелли. Здесь вот на последних воротах, которые мы видим на финише, отыграться практически невозможно. And Simoncelli has given a big effort to himself, but 15th position right now at 247.35.